не могу не остановиться еще на одной теме, прямо связанной со здоровьем и самосохранением нации. Для нас настоящим бедствием стали курение и пьянство. Алкоголь убивает в России до 700 тысяч человек каждый год. Табак ежегодно уносит жизни 400 тысяч наших соотечественников. Героин – десятки тысяч. Еще больше тех, кого пагубная привычка довела до потери здоровья, семьи, свободы и даже человеческого облика. Считается, что люди сами виноваты в случившемся. Это хоть и трагедия, но трагедия прежде всего личная. Ведь насильно алкоголь ни в кого не заливают. Человек собственными руками поджигает табачные изделия у себя во рту. Сам отдает деньги за героин и другие интоксиканты. Как получается, что миллионы людей выбирают саморазрушение и деградацию? Ответы можно услышать разные. Кто-то скажет слабоволие, другие сошлются на болезнь и плохую наследственность, назовут и бедность, и бескультурье, и социальную неустроенность, и психологические проблемы. Но ничто из приведенного списка не является истинной причиной, по которой люди отравляют себя. Наш фильм о главной движущей силе всех вредных привычек. Глава первая. Теория Шичко. Этанол – ядовитое вещество. Дым сожженного табака содержит тысячи токсинов, 40 из которых – канцерогены. Героин разрушает мозг в считанные годы. Все наверняка об этом слышали. Нет числа несчастьям, которые несет людям самоотравление. Мы сталкиваемся с его тяжелыми последствиями ежедневно. Но тогда почему люди идут этим гибельным путем? Этот же вопрос задал себе советский психофизиолог, кандидат биологических наук Геннадий Андреевич Шичко. Люди рождаются естественными трезвенниками, однако со временем почти все утрачивают трезвость. Почему и как это происходит? В ходе своих научных поисков ленинградский ученый пришел к важному выводу. Отравляться человека заставляет социальная запрограммированность. Каждый ребенок, который появляется на свет, чистый лист. С первых же дней новорожденный начинает словно губка впитывать знания об окружающем мире. Его мозг проделывает титаническую работу. Ребенок усваивает язык и уклад общества, в котором ему предстоит жить. У него нет никакой потребности в алкоголе и табаке. Он совсем ничего не знает об интоксикантах. Но обычаи самоотравления – данность в нашей культуре. Поэтому ребенок их усваивает, как и все остальное. Он видит эти обычаи в своем окружении, в семье и на улице. Узнает о них через средства массовой информации, телевидение, кино и литературу. В своих играх дети во всех подробностях изображают алкогольное застолье. Они произносят тосты, чокаются, а позже точно воспроизводят нетрезвое поведение взрослых. У подавляющего большинства ребятишек появляется установка «вырасту, буду делать так же». Формируется убежденность «все так делают, это нужно делать и мне». В детских умах закладывается программа самоотравления. Ребенок начинает верить в то, что травить себя – занятие необходимое. А потом однажды человек приобщится к яду. Он подчинится внедренной программе. Положительное отношение к интоксикантам формируется еще в детстве. Ребенок, безусловно, доверяет взрослым и воспринимает их привычки как нечто само собой разумеющееся. Дети перенимают модели поведения, которые видят в обществе, в том числе и эту. А теперь давайте посмотрим, как устроена программа самоотравления. Программа – это информационное обеспечение, которое заставляет личность отравляться. Весь массив этих данных хранится в мозге человека на уровне сознания и подсознания. Состоит программа из четырех блоков. Блок первый – ситуации. Ситуация представляет собой сочетание определенных обстоятельств и условий. Человек воспринимает их как сигнал для начала самоотравления.
– это своеобразный спусковой крючок программы. Идет обычный поток жизни, и вдруг событие. Приезжает старый друг. Для алкогольной программы это ситуация. Праздники, торжества, поминки, знакомства, свидания, ссора. Для самоотравления всегда есть какая-то причина. Даже когда кажется, что травит себя кто-то просто так. Появилось свободное время. У многих и это уже повод. Шел человек по магазину, вид бутылки соблазнил, вот и ситуация. Поел, программа табачного самоотравления сигнализирует. Пора травиться. Ждет кто-то автобус на остановке, снова от программы импульс. Отравляйся. И запрограммированная личность автоматически тянется к яду. Блок второй. Внутреннее состояние и эмоции. Сюда относятся все переживания, чувства и ожидания, связанные с процессом самоотравления. Человек всегда отравляет себя для получения эмоций и ощущений. Радости, спокойствия, бодрости или веселья. Что он при этом почувствует, зависит от психологической настройки на конкретную ситуацию, а не от вещества. Возьмем этиловый спирт. Если бы только химическое действие алкоголя определяло эмоции, то яд вызывал бы одни и те же ощущения в любой ситуации. Однако на поминках принято вести себя сдержанно, траурная обстановка веселья не предполагает. На дискотеке молодой человек травит себя этанолом для смелости в общении. У другого в программе прописано, что алкоголь успокоительное в конце дня. Ощущения, которые испытывает отравляющийся человек, тоже программируются. К этой теме мы еще вернемся. А пока давайте изучим третью часть программы – блок защиты. Назначение блока защиты – охранять программу от разрушения. В нем собирается вся информация, которая оправдывает самоотравление. Это ложные сведения о пользе и необходимости интоксикантов в жизни человека, абсурдные выражения, юмор на тему отравы, а также личные выдумки и оправдания отравляющегося. Сообщили запрограммированной личности сведения о вреде алкоголя, и тут же блок защиты реагирует на неугодную информацию. Для обоснования интоксикации он выдает псевдонаучные данные. Красное вино увеличивает продолжительность жизни. Если в меру, то можно. Мифы. Русские всегда много пили. Откровенный абсурд. Что за мужик, если выпить не может? Сильнейшее средство защиты программы – юмор, связанный с самоотравлением. Когда какое-то страшное и трагическое явление высмеивается, то воспринимать его начинают как нечто безопасное и даже забавное. Алкоголь – медленная смерть, а мы не торопимся. За чужой счет пьют и трезвенники, и язвенники. Программа старается максимально слиться с личностью. И тогда от блока защиты можно услышать: «Это мое дело, а я только по праздникам. Я курю очень мало и редко». Важно различать личность человека и программу самоотравления. Это две отдельные сущности. Всякая положительная мысль об алкоголе или табаке, высказанная человеком, на самом деле исходит от блока защиты его программы. Многие такие мысли и выражения стали стереотипными. Они точно повторяются у разных запрограммированных людей. Например, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Ну и последний, четвертый блок – ритуальные действия по самоотравлению. Глотание алкогольного яда, вдыхание токсических веществ, инъекции. Разберем на примере из кинематографа все четыре блока программы. У героинь фильма «Москва слезам не верит» намечается знакомство. Для программы алкогольного самоотравления это ситуация. Травиться они собираются для более легкого, непринужденного общения. Девушки верят в то, что алкоголь помогает раскрепоститься. Это второй блок, эмоциональный. Что выдает в таких случаях блок защиты? Наверняка мысли вроде «мы уже взрослые, имеем право», «что за вечеринка без алкоголя?». Наконец, мы видим, как соблюдаются все необходимые ритуалы. Приглядитесь к окружающим. Вы легко увидите программы, которые заставляют их травить себя. Максим был вне себя. Врачи рекомендуют, успокаивают нервную систему.
Программа каждого человека индивидуальна. Как нет двух совершенно похожих людей, так и нет двух абсолютно одинаковых программ. У каждого свой набор ситуаций, эмоций, оправданий и ритуалов. Программа словно живое существо, постоянно развивается, изменяется. Начинающий отравленник держит табачные изделия неуверенно, а у опытного все действия отточены, доведены до автоматизма. Но при всей индивидуальности каждой программы самоотравления есть то, что их объединяет. Любая программа работает по одному и тому же алгоритму. Нужно отравляться в определенных ситуациях для получения заранее ожидаемых эффектов и ощущений, при этом оправдывать и обосновывать свое поведение информацией, накопленной в блоке защиты. Совершать самоотравление требуется с соблюдением особых ритуалов. Внешне бомж, глотающий лосьон, и аристократ с фужером элитного шампанского отличаются. Но оба они запрограммированы на самоотравление одним и тем же ядом – этиловым спиртом. В этом смысле нет принципиальной разницы между водкой и героином. Разные химикаты, разные способы доставки яда в организм, разные скорости и характер деградации. А суть явления одна и та же. Социальные программы – это не только вредные привычки. Полезные навыки тоже являются программами. Но полезные навыки – умение водить машину, привычка делать гимнастику по утрам – способствуют личностному росту и поддерживают нормальную жизнедеятельность. А вредные социальные программы – самоотравление, воровство, пристрастие к азартным играм – ведут к деградации и многочисленным бедам. Полезные программы можно сравнить с помощниками, а вредные – с паразитами, которые воруют время, здоровье и деньги. Запрограммированный человек – верующий. Он верит в то, что травиться – необходимое, оправданное занятие. И свою веру готов защищать, готов даже пострадать за нее. Вот почему запрограммированную личность зачастую не останавливают возникающие проблемы, болезни или наказания. Можно провести детоксикацию, снять ломку. А человек спустя какое-то время все равно возвращается к своей привычке. Очистили от яда только его организм. С убеждениями никто не работал. Возникла ситуация самоотравления, и человек, как робот, снова реализует заложенную в него программу. Вспомните эпизод из «Золотого теленка». Шура Балаганов получил от Остапа Бендера 50 тысяч рублей. Невообразимые для мелкого жулика деньги. Но в трамвае Балаганов позарился на кошелек с мелочью. На карманной краже он и попался. Никакой необходимости воровать не было. Сработала воровская программа. Устроена она так же, как и программа самоотравления. В ней те же четыре блока. Первый блок ситуации. Шура попадает в переполненный трамвай. Для его воровской программы это становится сигналом. Воруй. Появляется азарт. В кровь идет выброс адреналина. Это второй блок программы. Эмоциональный. Оправдывает воровство блок защиты. Шура убежден, что красть в подобной ситуации занятие правильное и никаких угрызений совести не испытывает. Ну и, наконец, действия у карманников отработаны до автоматизма. Это чуть ли не искусство. Вот и четвертый блок. Когда пойманного Шуру уводили, он кричал, что совершил кражу машинально. И действительно, Балаганов был лишь исполнителем программы. Люди порой долгие месяцы или даже годы воздерживаются от самоотравления алкоголем. Но в определенные ситуации возвращаются к этому занятию. Срабатывает программа, выскакивает словно черт из табакерки. Врач рекомендует снотворное. В неделю. Для дома, для семьи. А это-то, сынок, скажешь, у вас в Афганистане водку не пьют. Закон был такой. Уважаю. Только на поминках 3 рюмки выпить требуется. Тоже закон. Только наш. Всем встать!
Это моя квартира. Я в свой выходной гуляю с друзьями. На свои заработанные. Имею право. Мой прадед говорит, имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. А да. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Глава третья. Жизнь программы. Давайте приглядимся к тому, как живет и развивается программа алкогольного самоотравления. Заодно проследим за изменениями, которые происходят при этом с личностью. Неотравленный интоксикантами организм – природная физическая норма, как две здоровые руки, две ноги или стопроцентное зрение. Кто не согласится с тем, что ребенку следует быть трезвым? Но редко говорят, что естественную трезвость для полноценной, счастливой и успешной жизни нужно сохранять всегда. Трезвость в общественном сознании не является ценностью. И человека с рождения программируют на жизнь нетрезвую. Ребенок видит, как отравляются взрослые, видит алкогольный яд на полках продуктовых магазинов. Он начинает воспринимать интоксикацию этанолом как норму, естественное и нужное занятие. Однажды он впервые потянется к алкоголю за столом, но взрослые скажут «мал еще» и отравляться не позволят. Так в детской душе появится мечта «сейчас я маленький, мне не разрешают, вырасту и начну это делать». У современных ребятишек программа формируется в раннем возрасте. Физическая трезвость малыша еще сохраняется, но сознание уже исковеркано ложными установками и убеждениями. Наступит момент, когда программа даст приказ «пора, пробуй». И тогда произойдет приобщение к яду. Лизнул немного вина, оставленного взрослыми, сделал глоток пива. Неважно, какое количество яда попало в организм, в этот момент разрушается психологический барьер, уходит страх, человек лишается трезвости, программа подавляет его волю. К сожалению, приобщение к алкогольному яду зачастую происходит с подачи родственников. До окончания школы большинство наших юных сограждан уже успевают приобщиться к этой отраве. Первая проба алкоголя может быть очень болезненной, часто она сопровождается тошнотой и рвотой. Такова естественная реакция организма. Но несмотря на неприятные ощущения, запрограммированная личность, скорее всего, продолжит отравляться, вопреки инстинкту самосохранения. Из блока защиты программы поступят обоснования. Да, было плохо, но это от того, что я не умею, нужно учиться. Начинается постепенное привыкание к алкогольному яду. На этой ступени идет ломка биологической защиты организма, подавляется рвотный рефлекс. Здесь же происходит то, что биологи называют инверсией ощущений. Ощущения неприятные сменяются на приятные. Как это получается? Психофизиолог Павлов проводил эксперимент по выработке необычного условного рефлекса. Собаки причиняли боль. Затем начинали сопровождать это действие подачей пищи. И через несколько повторений у животного выработался рефлекс. Боль означает еду. Колют шилом, а у зверя выделяется слюна. Пес радостно виляет хвостом. Точно так же происходит дрессировка человека алкоголем. Само по себе поглощение яда – явление болезненное. Алкоголь – токсин. И здоровый организм его отторгает. Вот почему отравляющиеся стараются замаскировать вкус спиртного изделия, закусывают, запивают. Происходит пищевое подкрепление, травятся обычно в компании, в ситуации неформального общения. Благодаря этому постепенно вырабатывается условно-рефлекторная связь алкоголь-удовольствие. Как у собаки укол шилом начинает ассоциироваться с едой, так и у человека к алкоголю пристегиваются все приятные психологические моменты. Общение, праздничная атмосфера, вкус еды. На этой же стадии запускается еще один физиологический механизм. Организм начинает выработку противоядий на поступающий этанол. Каждый раз, когда случается самоотравление, эти противоядия помогают нейтрализовать алкогольный яд. Тело словно понимает, запрограммированный человек будет и дальше меня травить. Значит, к ядам нужно привыкать, приспосабливаться.
Понтийский царь Митридат, боясь быть отравленным, специально приучал свой организм к ядам. Он настолько привык к токсинам, что когда захотел с их помощью покончить жизнь самоубийством, не смог этого сделать. Яд не действовал. Ему пришлось просить своего телохранителя, чтобы тот убил его мечом. Нечто похожее происходит и с организмом отравляющегося алкоголем человека. Тело защищает себя и запускает невидимую химическую лабораторию. На стадии привыкания противоядия вырабатываются только после попадания этилового спирта в организм. Но в результате регулярного самоотравления их выработка начинается как ответ на любой сигнал, ассоциирующийся у человека с отравлением. Это может быть вид, запах спиртных изделий, звон стекла. Опытный организм, распознав подобный сигнал в окружающей среде, заранее выделяет противоядие на алкоголь. Эти вещества сами, в свою очередь, являются ядами. Они вызывают дискомфорт, снять который может лишь определенная доза этилового спирта. Отсюда и появляется тяга, желание отравить себя алкоголем. Такое состояние означает, что человек перешел на стадию потребности. Отравляющимся на этой стадии уже не нужен особый повод, праздник или другое важное событие. В блоке защиты появляется фраза «хочу пью, хочу не пью». Если на ступени привыкания для людей важна культурная оболочка самоотравления, ритуалы и общение, то на ступени потребности главное побыстрее отравиться. Такие люди во время застолья могут торопить остальных. «Ну чего ты там греешь?» Им нужен этанол в определенной дозе, чтобы избавиться от дискомфорта, вызванного противоядиями. Так и возникает этот порочный круг. Часто человек уже и не хочет травиться, не хочет пропивать деньги, попадать в неприятности. Но возникает ситуация, какой-то соблазн. От программы идет приказ – травись. Организм тут же вырабатывает противоядие на алкоголь, которые вызывают тягу. И человек совершает действия по самоотравлению, чтобы избавиться от физиологического дискомфорта. Есть такой цирковой номер. Петух танцует под аккомпанемент балалайки. Дрессируют птицу следующим образом. Ее ставят на раскаленную металлическую поверхность. Петух прыгает на ней, пытаясь облегчить свои страдания. Одновременно кто-то играет на балалайке. У петуха вырабатывается условный рефлекс. В следующий раз, когда птица слышит звук этого музыкального инструмента, она рефлекторно начинает подпрыгивать. На ступени потребности доза алкоголя постепенно растет, достигая своего пика. В наркологии это называется стадией повышенной толерантности. Важная точка на этом этапе – момент, когда человек начинает опохмеляться. Объективно от повторного отравления становится хуже. Но поскольку этанол обладает обезболивающим действием, отравленному кажется, что его самочувствие улучшается. Последняя ступень – моральная смерть. Она имеет следующие признаки. Разрушена значительная часть головного мозга. Личность как таковая утрачена. Остается лишь биологическая оболочка. Вся жизнь человека подчинена одной цели – самоотравлению. За дозу он отдаст все, что угодно, легко готов пойти на преступление. Морально-этические нормы игнорируются. Противоядия на этанол выделяются лишь от одной мысли об отравлении, причиняя человеку нестерпимые муки. Все люди, отравляя себя этанолом, движутся по направлению к моральной смерти. Кто-то проделает этот путь за несколько лет. Многие и за всю жизнь не доберутся до последних стадий деградации. Но все отравляющиеся нанесут вред своему здоровью и умственным способностям. Невозможно снова стать культурно пьющим тому, кто уже дошел до стадии потребности. Малые дозы будут вызывать лишь дискомфорт. Окружающие не замечают никаких проблем, пока кто-то не добрался до стадии потребности. Здесь отравляющийся уже может прогулять работу, попадает в запои. Появляются трудности в отношениях с другими людьми в семье. Но пока человек не начал проявлять первые признаки утраты контроля над своим поведением, считается, что с ним все в порядке. Мало кто понимает, что сюда он пришел через стадию привыкания. Привыкание не началось бы без приобщения, а приобщение – результат программирования, которое было запущено еще в раннем детстве. Геннадий Андреевич Шичко справедливо заметил. Алкоголизм начинается не с первой выпитой, а с первой увиденной рюмки.
часто в руках отца или матери. Из себя воздух, пей сразу, быстро. Потом нюхай хлеб и закусывай. Понял? Понял. Ну, на здоровье. Дуй. Заешь. Заешь скорее. Будет проситься наружу, не выпускай. Держи ее в себе. Обязательно надо, чтобы она прижилась там внутри. Ну, прижилась? Прижилась. Глава 4. Корыстные интересы. Ответим на такой вопрос. Кому выгодно, чтобы люди отравлялись? Кому нужно, чтобы они действовали по такой программе? Самоотравление – неприродная стихия. Яд не льется на людей с неба дождем. Отрава сама не подкарауливает человека за углом, чтобы наброситься на него. Производство алкоголя и табака нужно организовать, как и посадку мака на огромных плантациях, транспортировку и хранение интоксикантов. Ядоторговцы занимаются этим делом, потому что оно невероятно выгодно. На телеканале НТВ были озвучены любопытные цифры. Себестоимость 50 пачек табачных изделий составляет всего 1 доллар. Бутылка водки обходится производителю от силы в 20 рублей. Это позволяет получать гигантские барыши. Только в 2013 году жители нашей страны потратили свыше 60 миллиардов долларов на алкогольную отраву. Десятки миллиардов рублей ежегодно отдает российский народ за отраву табачную. Те, кто оседлал производство интоксикантов, купаются в роскоши. Денежный интерес самый очевидный. Но не только ради денег отравляют общество. Интоксиканты сильно снижают умственные способности населения даже в небольших дозах. Залил страну алкоголем, завалил табаком, другой отравой, и можно навязывать отравленному населению любые политические решения. Нет трезвости, нет развлечения, нет разумения, подавляется воля. Такой народ безропотно примет постоянное повышение цен, снижение уровня жизни, откровенно разрушительные реформы. Он не поймет, как его дурачат. А если и будет о чем-то смутно догадываться, не найдет в себе силы организоваться для противодействия. Ну и, наконец, с помощью интоксикантов можно уничтожить своего врага, ограбить, ослабить или устранить геополитического конкурента. Это оружие, которое имеет множество преимуществ. Когда начинается горячая война, то народ страны, на которую напали, мобилизуется, оказывает сопротивление, агрессор несет потери. Война, где главная сила – интоксиканты, для нападающей стороны безопасна. Ведь жертва подобной агрессии не понимает, что это нападение. Такая война не только обходится для агрессора без потерь, он еще и наживается на продаже ядов. Яркий пример применения интоксикантов в качестве оружия – эпоха опиумных войн. На рубеже 18 и 19 веков Британия не могла зайти на китайский рынок со своими товарами. Китайцев они не интересовали. А вот у британцев интерес к шелку, фарфору и другим товарам из Китая был огромный. На приобретение китайской продукции англичане вынуждены были тратить драгоценные металлы. Это их сильно не устраивало. И выход был найден. Британские дельцы начали вести в Китае нелегальную торговлю дешевым по себестоимости опиумом.
В 1835 году опиум составлял уже 3/4 всего импорта Китая. Страна все так же экспортировала востребованные на мировом рынке товары, а импортировала отраву. Опиум превратился в инструмент разграбления Поднебесной. Им отравлялись миллионы китайцев всех сословий. Среди солдат, служащих и офицеров это пагубное пристрастие было повальным явлением. Предательство и коррупция чиновников стали обыденностью. Китайский народ был деморализован. Естественно, что власти Китая пытались покончить с грабежом и уничтожением страны. Но две войны в 19 веке Китай проиграл. Империя потеряла территории, вынуждена была выплатить большие контрибуции и открыть свои порты для европейских торговцев. Опиумная эпидемия захлестнула Поднебесную с еще большей силой. А теперь сопоставим это с некоторыми фактами нашей новейшей истории. В январе 1992 года Джордж Буш-старший в Конгрессе США заявил: «С Божьей помощью мы победили в холодной войне». В той же речи американский президент признался, что был участником закулисной работы по разрушению Советского Союза. Позже соратник Горбачева Яковлев снял с себя маску. Он без стеснения поведал общественности, что целью перестройки был слом советской государственности. «Я сам грешен, лукавил не раз, говорил про обновление социализма, а сам знал, к чему дело идет». Затеянная вскоре после развала СССР приватизация сопровождалась невиданным спаиванием населения. Спиртные изделия появились чуть ли не в каждом магазине и киоске. Смертность в те годы значительно превысила рождаемость. Отношение к народу в тогдашнем российском правительстве, пожалуй, лучше всего иллюстрируют слова Владимира Поливанова. Я беседовал с Чубайсом, я говорю: «Вы же создаете революционную ситуацию». Чубайс говорил: «Вы слишком впечатлительны, не надо думать о народе. Ну пусть вымрет 30 миллионов жителей, ничего страшного, родятся новые. Эти 30 миллионов не вписались в рынок». Тогда же в Россию были допущены транснациональные табачные компании. Несколько лет назад Дмитрий Анатольевич Медведев сообщил народу об итогах их работы. «Не секрет, сегодня Россия – самая курящая страна в мире. Мы об этом часто говорим. 44 миллиона наших граждан зависят от ежедневной дозы никотина. Подумайте, это треть страны, включая детей. И еще мы второй по объему в мире после Китая». Китай, где и где мы? Рынок табака. И этот рынок делится между 4 крупными иностранными компаниями, каждая из которых пришла в Россию в начале 90-х годов. С 92-го года по 10-й год число курящих женщин выросло в 3 раза. С 7% до 22% по статистике. Курить больше стали не только молодежь, но и женщины старших возрастов. В мегаполисах сегодня курит около 1/3 женщин, чего никогда не было. А возраст приобщения к курению, начиная с 93-го года, снизился с 15 лет до 11. Таким образом, мы неуклонно шли к мировому лидерству по числу курильщиков. И, к сожалению, добились этого результата. Получили этот статус. Страшная цифра теперь. Почти 400 тысяч. Столько россиян мы теряем в год из-за курения. Примерно столько же, сколько живет, например, в Твери. В 2001 году войска НАТО появились в Афганистане. Производство героина в этой стране вскоре выросло в несколько десятков раз и достигло промышленных масштабов. По оценкам экспертов, примерно 1/5 афганского героина попадает в Россию. Наша страна вышла в лидеры по самоотравлению этим интоксикантом. Ежегодно героин убивает десятки тысяч наших соотечественников, в основном молодых людей. Ну и если еще кто-то не знает, практически все пивные компании, работающие в России, также принадлежат зарубежному, в основном западному капиталу. Российская Федерация по уровню самоотравления алкоголем в числе мировых лидеров. А по тратам населения на алкоголь в 2013 году страна вышла на 2-е место. Иногда сложно определить, где заканчивается один корыстный интерес и начинается другой. Ядоторговцы, недобросовестные политики и глобальные игроки. Все эти силы действуют как единый слаженный оркестр. Самоотравление навязывается людям с 3 целями, чтобы грабить их, делать более управляемыми и, наконец, чтобы убивать. Грабить, отуплять, убивать.
Интоксиканты – это деньги, власть и оружие геноцида. Если использовать одно слово, то лучше всего подойдет «порабощение». Внедрил в сознание людей программу, отнял у них трезвость и получай рабов. Отравляющийся человек огромные деньги принесет в качестве платы за яд. Легче будет удерживать над ним власть. Ну и при переделе ресурсов на планете теперь можно обходиться без опустошительных горячих войн. Запрограммированные жители покоряемой страны убьют себя в режиме самоуничтожения. Матрица самоотравления. Человек в современном российском обществе с рождения находится в матрице самоотравления. Это среда, в которой созданы все условия для того, чтобы люди отравлялись. Держится матрица на двух столпах. Первый столб – физическая доступность ядов. Алкоголь и табак в нашей стране в шаговой доступности. Оба этих интоксиканта легальны. Они производятся в огромных количествах. Их продают в черте каждого населенного пункта. Их можно приобрести в магазинах вместе с продуктами питания, в ресторанах, кафе и барах. Не составляет большого труда найти и нелегальную отраву. Яд нужно подготовить для процесса самоотравления. Далеко не все смогли бы травить себя чистым спиртом. На вкус этанол – горькая противная жидкость. Поэтому в алкогольных изделиях он маскируется добавлением сахара, сиропа, ароматизаторов. Содержание спирта разное, от высокого до низкого, чтобы и начинающие могли легче подавить рвотный рефлекс, чтобы к отраве приобщались даже дети и женщины. Чего только не добавляют на фабриках к табачному сену. И все для того, чтобы обмануть организм, сделать вкус дыма менее тошнотворным. Алкоголь разливается по таре разнообразных размеров. Не хватает на большую дозу? Не беда, есть емкости поменьше. В 90-е годы в нашей стране началась свободная продажа одноразовых шприцев. Это сразу же обеспечило широкую доступность интоксикантов ускоренного поражения. Увеличивается время продажи алкогольного и табачного яда. Количество торговых точек, где их можно приобрести. Растет и уровень самоотравления. Но сделать так, чтобы отрава была физически доступной, недостаточно. Нужно таким образом выстроить потоки информации в обществе, чтобы человек стремился к интоксикантам. Второй столб матрицы самоотравления – постоянное программирование населения. Оно начинается с семьи. Сложно переоценить мощь этого воздействия на детское сознание. Программируют людей предметы и сооружения, связанные с самоотравлением. Это и сосуды для ритуального алкогольного самоубийства, пепельницы, штопоры, бары и пивные. Все эти вещи, такие привычные, укрепляют мысль о нормальности алкогольного и табачного самоуничтожения. Новые покупатели яда должны быть подготовлены как можно раньше. Для этого выпускаются игрушки и другая особая продукция, например, детское шампанское. Привыкайте, ребятки, отрабатывайте ритуалы в играх. Из этой же серии конфеты и жвачки в виде табачных изделий, игрушечные рюмки, бутылки в наборах для кукол. И самое главное, давление в средствах массовой информации не должно прекращаться. Людей необходимо все время обманывать, толкать к самоотравлению и удерживать в этом неестественном состоянии. Разберем основные приемы программирования. Ядро программирования, так называемая теория культурного –
умеренного питья. У этой идеологии, внедренной в жизнь нашего общества, три догмы. Первая – этиловый спирт – пища. Это зафиксировано даже в законах нашей страны, вопреки всему опыту и знаниям человечества. Вопреки тому, что из всех отравлений с летальным исходом самое распространенное – отравление этанолом. Алкоголь, пища и все тут. Догма внедрена в умы большинства людей, несмотря на явное несоответствие здравому смыслу. Какая еще еда вызывает такие же тяжелые социальные последствия? Может быть, переедание яблок становится причиной ДТП? Или, поев хлеба, люди совершают насильственные преступления, хулиганят, теряют контроль над собой и попадают в несчастные случаи? Еще в 1915 году на Пироговском съезде врачей русские медики вынесли резолюцию. Алкоголь не может быть отнесен к питательным средствам, с чем необходимо ознакомить население. Второй постулат теории культурного, умеренного питья вытекает из первого. Если алкоголь – пищевой продукт, то у него должна быть мера. На что работает эта догма? Она успокаивает отравляющихся, убаюкивает их. Редко говорят о том, что любая доза алкогольного яда наносит вред человеку, семье и обществу. Молчат и о том, что доза имеет тенденцию расти. Миф о мере для носителей корыстных интересов является возможностью снять с себя ответственность за все последствия самоотравления. Когда у человека возникают какие-то проблемы с алкоголем, всегда можно сказать: «Сам виноват, меры не знает». Если вы начнете искать информацию о безопасной дозе алкогольного яда для организма, то найдете самые разные данные. И никакой точной формулы, по которой такую дозу можно было бы вычислить. Да и как часто вы видели, чтобы люди отмеряли себе спиртные изделия за столом мензуркой? А на запрос о безопасной дозе этанола в Минздраве ответили так: официально утвержденных норм безвредного употребления алкоголя не существует. Третья догма – алкоголь должен быть качественным. Миф о качестве алкогольных ядов также усыпляет бдительность отравляющегося человека, позволяет спихнуть возникающие у людей неприятности на плохое качество изделий, которые они в себя вливают. Вряд ли можно заподозрить, что французский россиянин Депардье отравляет себя спиртными изделиями низкого качества. Но это не мешает ему регулярно попадать в скандалы, связанные с алкоголем. Ах, ну да, конечно. Вся беда в том, что он не знает меры. Смотрите, как удобно. Всегда можно сослаться или на отсутствие меры, или на плохое качество. Не знает меры – плохое качество. Не знает меры – плохое качество. А еще качественные алкогольные яды продаются дороже. По сути, все алкогольные изделия лишь по-разному замаскированы спирт. Это один и тот же яд в разных формах. Но в зависимости от раскрученности торговой марки, цена этанола может доходить до десятков, а то и сотен тысяч долларов. Теория культурного умеренного самоотравления ставит человека перед ложным выбором. Травись культурно, качественными спиртными ядами и в меру. Учи этому своих детей, иначе станешь алкоголиком. Трезвость, как естественное состояние человека, замалчивается. Если не удается ее замолчать, то она высмеивается или подается как аномалия. Те, кого называют культурно пьющими, выполняют важнейшую работу для носителей корыстных интересов. На них ориентируются дети, с них берут пример. Они – живая реклама, живое оправдание этого занятия. Средства массовой информации постоянно передают постулаты теории культурного умеренного питья. Это методичная бомбардировка сознания. Через фильмы, сериалы, телевизионные передачи и статьи. Мы проанализировали новогодний номер одной из популярных российских газет. Алкоголь в нейтральном, положительном или юмористическом ключе упоминается десятки раз. На страницах издания даже главный нарколог страны учит, как правильно отравлять себя. Частое повторение и словами, и образами – один из важнейших приемов программирования. В разных вариациях и в разных источниках информации. Если какую-то ложь повторять тысячи раз, то человек невольно начинает считать ее правдой. Ведь люди вокруг в основном тоже обмануты. Они тоже этой лжи не сопротивляются, соглашаются с ней.
всегда покупайте алкоголь только в магазине государственном, в лицензированном, у которого есть лицензия на торговлю алкоголем. А на самой бутылке... Вот... Должна быть акцизная марка. Да. Строго. Если ее нет, нельзя брать. Ну и, естественно, внешний вид, то есть все должно быть... Прилично. Ну, прилично. Есть ВОЗовская норма употребления алкоголя 2 литра абсолютного спирта в год. Это в год? В год. Это примерно 10 бутылок водки. Ну, считается, что 30 миллилитров в день безопасно. Лечебные дозы или безобидные дозы, в общем, не существует. Но нейтральная, которая вам особо не навредит, 112 грамм чистого алкоголя в неделю. Понятно? То есть приблизительно это рюмка в неделю. 112 в неделю. И точка. Скорее всего, не повредит. Другое орудие программирования и юмор на тему интоксикантов. Неисчислимы горе и утраты людей, связанные с отравой. А в телеэфире бесконечные вереницы идут монологи хохмачей и забавные сцены с участием нетрезвых персонажей. В газетах анекдоты, шутки и прибаутки. Отравленные киногерои попадают в захватывающие веселые приключения, которые всегда хорошо заканчиваются. Посмеялись, и в психике отложилось. Самоотравление безобидное, безопасное занятие. Юмор примиряет нас со злом. Нам песня «Строить и жить» помогает, пели когда-то. Однако посылы у песенного искусства могут быть и разрушительными. Сколько куплетов спето о водке и пиве. О том, что все не так уж плохо, если есть в кармане пачка табачного яда. С призывом отравиться за любовь и за тех, кто в море. Песня – мощный инструмент программирования. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ, по одной. Блещет вино, я пью, все мне мало. Реки, моря, проливы, сколько от них вреда. Губит людей не пиво, губит людей вода. Возвращаюсь раз под вечер, окурившись до шиша. Жизнь становится прекрасна и безумно хороша. Иду, курю. Ну-ка, мечи стакана на стол, ну-ка, мечи стакана на стол, и прочьют посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Питер, 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 я говорю, что буду. Питер, питер, питер. Почему ты используешь в клипах там шампанское и алкоголь, если ты не пьешь на самом деле? Ну, вопрос... Очень понятный и понятный ответ. Есть такая вещь, как product placement. Вот. В Гугле забейте, что такое product placement, получите четкий ответ на этот вопрос. Человек склонен к подражанию. Это одно из естественных наших свойств. В детстве мы подражаем взрослым из нашего окружения, старшим братьям и сестрам. Позднее звездам кино и эстрады. Люди копируют их прически, манеры, одежду. Популярная авторитетная личность с отравой в руке оказывает сильнейший программирующий эффект на общество. Люди видят, что политики, артисты, спортсмены и ученые отравляют себя. Народ следует за своими кумирами и вождями. Тема продолжения рода, отношений мужчины и женщины – одна из самых волнительных и притягательных. Носители корыстных интересов охотно используют ее для программирования. Отрава стала символом романтики, атрибутом интимной атмосферы. А в жизни как? Сколько семей разрушил алкоголь? Сколько ребятишек стали сиротами, потому что их родители отравлены и заботиться о потомстве не могут? Десятки тысяч детей рождаются с патологиями по той же причине.
Папа и мама думали, что травят только себя, а били по здоровью еще не родившегося малыша. Огромным программирующим воздействием обладает язык. Давайте посмотрим на то, как программирование происходит через обычные слова, которые мы используем. При слове «курить» у многих в голове возникает романтический образ. Красивые клубы дыма, расслабленность, обаятельные литературные и киногерои. А теперь назовем это явление своим именем. Курить значит отравляться табаком. Это значит умереть от инфаркта, инсульта или рака легких. Это значит сократить свою жизнь, да еще и заплатить за самоубийство собственными деньгами. Слова и словосочетания «пить», «употреблять алкоголь», «алкогольные напитки» укореняют в сознании ложную установку. Алкоголь – пища. Если быть точным, то пить и употреблять алкоголь значит отравлять себя этанолом. Напитком может быть лишь жидкость не ядовитая. Значит, это не алкогольные напитки, а спиртные изделия, алкогольные яды. Разберем предупреждение «чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Какую ложную установку оно закладывает? Если есть чрезмерное самоотравление, то выходит, что бывает самоотравление не чрезмерное и безвредное. Но это ложь. Любая доза этанола наносит человеку вред, как бы мала она ни была. Людям выворачивают сознание. Черное выставляют белым, а белое – черным. Очень часто привычку отравляться выдают за свободу. Представьте, что на улице к вам подойдут с таким предложением. Хотите поработать на вредном химическом производстве? Будете ежедневно дышать ядовитым дымом. Работать придется без выходных. И платить мы не собираемся. Вы сами регулярно будете отдавать нам свои деньги. Никаких льгот, больничных, отпусков, никаких записей в трудовую книжку. Увольнение по факту смерти и без компенсации. Многие бы из вас согласились на такую каторгу. В России нашлось 44 миллиона желающих убивать себя табаком и платить за это из своего кармана. Отравляющиеся алкоголем ежегодно отдают ядоторговцам триллионы рублей. А на что эти деньги уходят? На приобретение бед, болезней и сокращение собственной жизни. Ну и где здесь свобода? Из человека делают марионетку. Марионетку, которая выполняет чужую, злую волю. Сегодня борцы с алкоголем устроили митинг в Первомайском сквере. Активисты возмущены поправками, которые разрешают продажу спиртного возле школ и университетов, а также в зданиях, занимаемых больницами. Изменения касаются заведений общественного питания. Торговать алкоголем могут кафе и рестораны, если они имеют отдельный вход, который находится на расстоянии 25 метров от входа в больницу. Отнимание трезвости несет человечеству множество несчастий, и в людях постоянно зреет недовольство. Носители корыстных интересов не хотят, чтобы это недовольство привело к искоренению самоотравления. Поэтому они подбрасывают обществу ложные цели для действий. Борьба со злом – их излюбленный метод. Предлагается не искоренять самоотравление, а до бесконечности бороться с его последствиями. Например, призывают к борьбе с пьянством и алкоголизмом. При этом по умолчанию культурное, умеренное самоотравление остается приемлемым явлением. Программирование вовсе уходит из поля зрения. Все так называемые пьяницы и алкоголики – это бывшие трезвенники. Они пришли к своему состоянию, потому что их учили отравляться. Усилия общества направляются на борьбу с нелегальным алкоголем. Но если бы не было традиции самоотравления этанолом и его легализованной продажи, не возникала бы проблема суррогатов и контрафактных спиртных изделий. И в легальной, и нелегальной алкогольной продукции яд один и тот же – этанол. Зачастую нелегальная водка произведена на том же заводе, что и легальная, и ничем от нее не отличается. Так что все это лишь отвлечение внимания. Когда человек живет трезво, он не вредит себе никакой алкогольной отравой. Его вообще перестает волновать качество алкогольных ядов. Предлагается бороться с продажей спиртных изделий несовершеннолетним. Безусловно, отравлять детей – занятие особенно мерзкое. А взрослых по такой логике травить можно? Снова по умолчанию выходит, что так. Освобождать от самоотравления нужно все общество. Дети перестанут приобщаться к яду, стремиться к нему
когда поменяется отношение к отраве у взрослых, когда будет остановлено программирование. Все интоксиканты производятся лишь для того, чтобы грабить, отуплять и убивать людей. Когда в обществе и взрослые, и дети будут одинаково хорошо это понимать, исчезнет и проблема. А до тех пор подобные знаки – лучшая реклама алкоголя. Они создают эффект запретного плода. Вот почему дети и подростки стремятся поскорее начать травиться. Ведь в общественное сознание плотно вбито. Алкоголь – важнейший атрибут взрослой жизни. Травишься – значит, ты взрослый. Отдельно предлагают противодействовать нелегальным интоксикантам. Снова за кадром остается отнимание трезвости. Легальные интоксиканты при таком подходе – нечто допустимое и приемлемое. Люди не видят прямой связи между нелегальными и легальными ядами. В большинстве случаев запрограммированный человек сначала пробует алкоголь и табак, а уже имея этот опыт, переходит к другой отраве – нелегальной. Все это можно сравнить с поездом. Локомотив в нем – алкоголь и табак. Вся прочая отрава идет прицепом. Следующий прием – называть ложные причины, по которым люди отравляются интоксикантами. Давайте проанализируем некоторые такие посылы. Ложь. Люди травятся из-за бедности. Правда. Убивают себя интоксикантами люди разного достатка и социального положения. Есть страны более бедные, чем Россия, однако жители их не так отравлены. Бедность усугубляет положение, в котором оказывается человек. Но не она заставляет его травиться, а программа. Ложь. Отравляться заставляет недостаток культуры, воспитания, образования и воли. Правда. Травятся и аристократы, и ученые, и великие писатели. Программа самоотравления может завладеть любым человеком. И умным, и талантливым, и волевым. Отравляющийся вовсе не безволен. Тому, кто уничтожает себя героином, ежедневно нужно вставать с постели, искать деньги на дозу. Этот жесткий режим иногда справедливо сравнивают с режимом работы менеджера. Воля у отравленного есть, но она захвачена программой и направляется против самого человека. Ложь. Люди травят себя из-за психологических проблем. Из-за проблем в семье, коллективе, из-за собственных внутренних комплексов. Правда. Человек прибегает к отраве, потому что так его запрограммировали. Ему внушали, что в определенных ситуациях, первый блок программы, нужно искать в яде утешение, второй блок программы – эмоциональный. Был трудный день, устал? Отравись. Поссорился с близким человеком? Отравись, вот решение. Не сами по себе проблемы и сложности толкают человека к отраве, а программа. Ну и разве жизнь не показывает, что интоксиканты – не помощники? Это только в кино яд становится причиной прекрасной встречи. В жизни отрава разрушает судьбы и разделяет людей. Любые проблемы только усугубляются. Человек лишается главного, ясного разумения, трезвого ума. А они-то как раз и нужны ему, чтобы разобраться со своими бедами. Ложь. Люди травятся, потому что не занимаются физкультурой и спортом. Правда. Периодически спортивный мир сотрясают скандалы, связанные с интоксикантами. Спортсмены живут в том же обществе, их также программируют. Они попадают в те же информационные ловушки. Скажем так, стакан сухого красного вина только полезен. К тому же носители корыстных интересов давно оседлали спорт. Атлеты участвуют в рекламе алкогольных изделий. Мы видим, как спортсмены празднуют свои победы с алкогольной, а порой и табачной отравой. Что может быть лучшей пропаганды интоксикантов? Недаром пивные компании любят размещать свою рекламу во время трансляции футбольных и хоккейных матчей. Ну а пиво давно сделали атрибутом болельщика.
ложь, алкоголизм и наркомания – болезни. Есть даже раздел медицины, называемый наркологией. Правда. Алкоголизм и наркомания – болезни странные. Доктора зачастую справиться с ними не способны. Но под угрозой потери работы, здоровья или семьи человек иногда перестает травить себя. Попадает в группу поддержки, меняет образ жизни, и происходит чудо. Какая странная болезнь. Сравните с дизентерией. Приходят к пациенту и говорят: «Заканчивай с диареей, или от тебя уйдет жена, с работы выгонят». Выздоровеет от такого воздействия человек? Нет, конечно. Нужны медикаменты, лечение. А наркомания и алкоголизм у многих людей странным образом проходят без лекарств. И потом, если это болезнь, то тем, кто в запое, должны давать оплачиваемый больничный. Но таких людей чаще выгоняют с работы. И уж тем более не является нетрезвое состояние смягчающим вину обстоятельством, когда человек совершил преступление. А почему? Ведь больного надо лечить, а не наказывать. Если это и болезнь, то в первую очередь информационная. Не программируйте людей, не загружайте вирус в их умы, и болеть никто не будет. А теперь о мыслях, которые внушают обществу, чтобы заблокировать у населения даже желание изменить ситуацию. Внедряя подобные мысли-блоки, носители корыстных интересов подавляют сопротивление матрицы самоотравления. Первый такой информационный блок – травиться или не травиться – личное дело самого человека. В конце концов, это его жизнь, как ей распоряжаться, ему решать. О том, что трезвость отнимается с помощью обмана и манипуляций, мы уже говорили. Сейчас давайте подумаем, насколько это личное дело. 80% населения нашей страны подвергается пассивному табачному отравлению. Люди вынуждены дышать отравленным воздухом дома, в лифте и подъезде, на работе и на улице. Интоксиканты резко снижают уровень безопасности в обществе. Тысячи аварий на дорогах происходят по вине нетрезвых водителей. Алкоголь и героин – извечные спутники преступности в нашей стране. Нетрезвые люди всегда представляют угрозу для благополучия и здоровья окружающих. К тому же это наши родные, близкие, друзья. Каждый год 1 миллион наших сограждан умирает от недугов и несчастных случаев, спровоцированных отравой. И эта боль не проходит бесследно. Она подтачивает дух народа. Это горе, слезы и разлуки. Экономический ущерб от самоотравления тоже огромен. Если у вас производство, то отравляющийся работник всегда риск для вашего предприятия. Вы не можете полностью положиться на такого сотрудника. Он может подвести, не выйти на работу, совершить ошибку или довести дело до аварии. Выдающийся промышленник Генри Форд своим рабочим трезвенникам выплачивал отдельную премию. Он прекрасно понимал, трезвый сотрудник продуктивнее и надежнее. В нашей стране подавляющее большинство граждан травится алкоголем. Десятки миллионов человек убивают себя табаком, миллионы – интоксикантами ускоренного поражения. Может ли такое общество быть здоровым, успешным и счастливым? Только преступления, совершенные в состоянии алкогольной интоксикации, составили почти треть от всех расследованных в 2015 году. Алкоголь, табак и прочие яды даже в малых дозах разрушают совесть, подтачивают нравственность, снижают все качественные показатели населения. От этого в итоге страдает все общество. Расплачиваемся все мы. То, что самоубийственные привычки человека – личное дело, циничная и бессовестная ложь. Другая внедряемая мысль – все в мире травятся чем-то. Примерно 2/3 населения планеты живут в странах, где самоотравление распространено гораздо меньше, чем в России. Во многих государствах действуют законы, так или иначе защищающие трезвость. Даже в нашей стране есть регион, который выбивается из общей печальной статистики – Чеченская Республика. Продажа алкоголя здесь сильно ограничена. В 2015 году в Чечне не было ни одного алкогольного отравления с летальным исходом. В республике самая высокая в стране рождаемость. А Грозный в рейтинге безопасности городов России занял первую строчку.
Еще одна деструктивная идея, которая подбрасывается в умы наших граждан – бесполезны любые меры, это неодолимое зло. Тоже неправда. В 1914 году народу Российской империи удалось добиться прекращения продажи водки в стране. Уровень самоотравления алкоголем в России упал с 4,5 литров почти до нуля. Результаты были потрясающие. Пошла на убыль преступность, особенно насильственная. Опустели места лишения свободы. Например, в Петербурге 2 из 3 тюрем пришлось закрыть. Практически прекратилось поступление новых больных в психиатрические лечебницы. Богатели граждане, увеличивались вклады в сберкассы. Народ потянулся в театры и библиотеки. Без алкогольного груза люди начали жить куда более полноценно. Не народ в 1925 году вернул продажу спиртных изделий. Это сделали власти. Если не только сокращать доступность ядов, но и вести широкую просветительскую работу, прекратить программирование, то результат будет обязательно. Человеческое сознание очень подвижно. При грамотно организованной информационной кампании за 2-3 года отношение к трезвости в обществе изменится кардинально. Вино является, ну и водка, является естественным вполне составляющим культуры, и, конечно, мы от этого никуда уж абсолютно не уйдем, он был, есть и в какой-то мере, конечно, будет. Надеяться на то, что мы вообще вдруг станем весь мир трезвенниками, ну, я в это можно, не... Можно, но не нужно. Следующий мем. Это такая традиция. Это было и будет всегда. Люди все равно будут передавать обычаи самоотравления из поколения в поколение. Традиции самоотравления никогда не появляются сами собой. Табак впервые был завезен в Россию английскими купцами в конце 16 века. За его хранение строго наказывали и даже могли приговорить к смертной казни. Так продолжалось до Петра I, который начал насаждать эту вредную привычку. Табак был легализован его именным указом. Не сами люди вдруг захотели себя травить. Было решение властей, было внедрение. Оно шло веками, и в итоге носители корыстных интересов сумели превратить Россию в самую отравленную табаком страну. Также внедрялся и алкоголь. Водка – не русское изобретение. А промышленное производство этой отравы началось лишь в 19 веке. Но долгое время русский народ был трезвее практически всех своих европейских соседей. Уровень самоотравления при царях никогда не поднимался выше 4,5 литров на душу населения. На русских свадьбах алкогольный яд жениху и невесте подавать было не принято. И уж тем более такое было невозможно у народов Российской империи, которые исповедовали ислам. А что сейчас? Яд в виде шампанского для молодых никого не удивляет в ЗАГСе. И травиться за упокой души усопшего для многих стало делом обыкновенным. Самоотравление, которое мы видим ежедневно и к которому привыкли, совсем еще недавно по историческим меркам не было нормой в России. Не было такой доступности алкогольной и табачной отравы. Не было никогда такой мощной пропаганды интоксикантов. Однако в информационном пространстве постоянно циркулирует ложь о том, что это наш исконный обычай. Да, Россия никогда не была страной абсолютно трезвой, но уж точно исторически народы России были куда трезвее прочих европейцев. Лишь во второй половине 20 века ситуация начала меняться. Да и что, традиция всегда хорошо? Всякие традиции нужно уважать и сохранять. У некоторых бирманских племен есть обычай вытягивать женщинам шею с помощью специальных колец. В культуре папуасов ритуалы еще более дикие. Когда умирает кто-то из родственников, женщина всякий раз должна отрезать себе часть пальца, а мужчина обязан покалечить собственное ухо. Это фестиваль в Таиланде. Раз в год люди собираются вместе и протыкают себе щеки разными острыми предметами. Чем традиция убивать себя алкоголем и табаком лучше? Человек – заложник своей социальной природы. Мы можем передавать из поколения в поколение полезные навыки и умения, шедевры музыки и литературы, ремесла и знания. Но вместе с ними порой отправляем в будущее и наши заблуждения,
Обычаи откровенно вредные, глупые, жестокие. Мы травимся алкоголем и табаком, потому что так принято, так надо, потому что все так делают. Это, увы, действительно стало нашей традицией. Но не для того ли дан человеку разум, чтобы от нелепых обычаев в своей жизни избавляться? Еще одна установка. Алкогольный и табачный бизнес нужны обществу. Хоть их товар вредный, но куда без него? К тому же это рабочие места и налоги. Ущерб от самоотравления алкоголем и табаком всегда многократно выше любой возможной выгоды. Но, конечно, носители корыстных интересов никогда в этом не сознаются. Паразиты будут лгать людям. Им важно, чтобы население, которое они грабят и убивают, не сомневалось в оправданности их смертоносной деятельности. Есть и свидетельства. Я обвиняю табачное лобби. Ко мне подходило табачное лобби где-то, может быть, лет 6 назад. Я им сказал, что я не курю. Мне сказали в ответ, что это не имеет значения. Табачные корпорации просят от меня всего лишь одной фразы, которую я должен ронять, ну, хотя бы один раз в месяц. Эта фраза должна быть такая. Курить, безусловно, вредно, это ужасно. Но это уже устоявшаяся некая традиция. А главное, ну ведь, ребят, давайте подумаем о том, что это рабочие места. Все, я должен был сказать такую фразу. За это мне предлагали лет 6 назад 10 тысяч долларов в месяц. Абсолютное содержание, просто 10 тысяч долларов в месяц за такую фразу. Одну в месяц. Я должен произносить, но это же рабочие места. Ну и последний козырь тех, кому выгодно самоотравление населения. Внедряется мысль о том, что интоксиканты – это кайф. Что бы вы ни делали, все равно люди будут стремиться к получению удовольствия с помощью самоотравления. Есть у психиатра Ханса Фикьяера книга. Называется она так. В ней норвежский специалист задается вопросом, что же такое кайф? В своей работе он приводит данные о множестве исследований и экспериментов. Эти данные ставят под сомнение существование химической эйфории. Многочисленные опросы показывают, что почти всегда первый прием марихуаны и других интоксикантов вызывает неприятные ощущения. Рядом с тем, кто начинает отравляться, как правило, находится более опытный человек. Он-то и подсказывает начинающему, что нужно к этим ощущениям привыкнуть, и тогда со временем появится кайф. Удовольствие крепко связано с ритуалами и психологической настройкой. Опытные курильщики марихуаны получали каннабис не обычным путем, а в виде экстракта. И хотя доза препарата была больше обычной, никакого кайфа не возникало. Не выполняется привычный ритуал, ломается настройка, удовольствия нет. И уж совсем любопытный результат получился в следующем эксперименте. Людям с большим опытом самоотравления каннабисом давали курить марихуану, но говорили, что это другое вещество. Снова не было никакой эйфории. Отдел обезболивающих препаратов Гарвардской медицинской школы фиксировал реакции пациентов на морфин. Только 3 человека из 386 назвали возникшие у них ощущения приятными. В журнале «Трезвость и культура» за октябрь 1987 года описываются похожие опыты с алкоголем. Опыт первый. Взрослым мужчинам вводили раствор этилового спирта внутривенно. Им не говорили, какое вещество введено, и просили описать свои ощущения. Все участники эксперимента заявили, что почувствовали лишь сонливость и тошноту. А вот другую группу испытуемых предупредили о том, что будет введен этанол. В этом случае отравленные вели себя так, как по их представлениям и должен вести себя человек в состоянии алкогольной интоксикации. Они начинали плоско шутить, старались показать окружающим, что им очень весело. Опыт второй. Большая группа подростков в возрасте от 14 до 18 лет впервые попробовала алкоголь. Их также попросили рассказать о своем состоянии. Описания были такие. Появилось жжение в пищеводе и желудке, стало подташнивать, появились позывы на рвоту, расстроилось внимание, захотелось спать. Такое ощущение, будто ударили чем-то мягким по голове, как будто надышался угарным газом. Никто не ответил, что ему стало весело, ни один подросток.
Более того, все недоумевали, зачем вообще люди травятся, если это так противно. Все, что связано с интоксикантами, пронизано в нашем обществе ожиданиями кайфа. А человек – существо верующее. Вера и символы для него имеют огромное значение. Одни и те же предметы, как символы, могут вызывать абсолютно разные эмоции. Угостите салом украинца и правоверного мусульманина. Реакции будут сильно отличаться. Что для одного любимое блюдо национальной кухни, то для другого нечто запретное или даже оскорбительное. Алкоголь и табак стали символами отдыха, расслабления, праздника, торжества, интимного и дружеского общения, солидарности. Это вера. Вера, которая подкреплена всей культурой. Это убеждение, которое постоянно поддерживается всеми средствами информации. Даже на уроках профилактики вредных привычек детям рассказывают о том, какую эйфорию якобы должен испытывать человек от разных видов интоксикантов. По сути, такие уроки становятся программированием на самоотравление. Слово «наркотик» имеет оттенок значения «удовольствие». Само это слово уже настраивает психику на определенный лад, создает ожидания. Все интоксиканты – яды, и нет у них никаких особых свойств. Человека можно выдрессировать на самоотравление разными химикатами. Главное, чтобы яд не убивал сразу. Многие демонизируют алкоголь, табак, опиаты и другие вещества, которые люди приспособили для самоотравления. Но дело в программе, а не в веществе. Алкоголь – полезная техническая жидкость, отличное топливо, важное сырье в химической промышленности. Табак и мак – всего лишь растения. Вещество ни в чем не виновато. Проблема в уверенности запрограммированного человека в том, что интоксикация принесет ему счастье. Кайфа нет. Есть лишь отравление и его симптомы. Разве не похожее состояние возникает у больного, который бредит в лихорадке? Сознание сужено, человек может вести себя неадекватно. Кому придет в голову назвать это состояние кайфом? А об отравленном человеке многие так думают. Он сейчас кайфует. Нас таким образом настроили. Нам прокачали веру в особые возможности интоксикантов. Кайф – это голый король, фантом, иллюзия. Что за кайф, когда от человека остается лишь его тень? Где здесь удовольствие? В тошноте и горечи во рту? В болезненном состоянии на следующее утро? В рвоте? В потере сознания? В заторможенности и отуплении? В бессмысленной трате денег? А может, в проблемах, которые порождает самоотравление? Если честно признаться себе, кайфа нет. Есть капкан иллюзий, в который попадает запрограммированный и отравленный человек. Его сначала оглушают информационно, а потом под действием программы он глушит себя химически. В матрице самоотравления все настроено на то, чтобы склонить человека к яду. Много ли шансов сохранить естественную трезвость в таких условиях? Нас глубоко возмущают рассказы о рабстве прошлого. Но почти все в нашем обществе согласны с информационной химической неволей, в которой держат миллионы отравляющихся людей. Мало кто видит это тонкое, изощренное принуждение. За последние годы был, конечно, предпринят ряд мер. Ужесточенные условия производства и оборота алкогольной продукции. Ограничена достаточно серьезная реклама спиртного. Более строгим стало наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Но о качественных изменениях говорить пока не приходится. Если говорить вообще предельно откровенно, я думаю, что вообще никаких изменениях говорить не приходится. Ничего это не помогло, ни в чем абсолютно. Ни в чем, нужно честно об этом сказать. Более 7 лет прошло с этого выступления Дмитрия Анатольевича. А стала ли менее острой проблема? Если верить некоторым официальным заявлениям, отмечается снижение уровня самоотравления алкоголем и табаком в нашей стране. Но Россия по-прежнему отравлена и по-прежнему несет огромные потери. Да и откат назад налицо. Реклама пивного яда вернулась на ТВ. А средства массовой информации продолжают убийственную пропаганду. Трезвость у населения отнимают бесцеремонно, нагло, круглые сутки. Где передачи? Где социальная реклама по этому острейшему вопросу? Ничего. Молчание.
запустили в телеэфир несколько лет назад цикл программ и серию социальных роликов. Но ту компанию в итоге быстро свернули. А ведь 2-3 регулярных, интересно сделанных передачи на федеральных каналах спасли бы миллионы жизней. Спорьте о трезвости, говорите о ней, не замалчивайте. Нет этого. Если не менять информационную политику, то о предпринятых полумерах по снижению, сдерживанию и ужесточению отчитываться наши власти будут раз за разом одинаково. Ничего это не помогло, ни в чем абсолютно. Главный столб матрицы самоотравления – информационный. Если не бить по нему, то на перемены можно и не надеяться. Работает на полную катушку машина программирования, будут и миллионы жертв. Как в той русской народной сказке про чудо-юдо. Пока чудовищу не срубили волшебный огненный палец, его отсеченные головы всякий раз магическим образом отрастали. Случается теракт или катастрофа с большим количеством жертв. И внимание общества мгновенно привлекается к этому событию. На это у СМИ всегда находится эфирное время и средства. Нас волнует трагическая гибель нескольких десятков или сотен человек. Это естественно. Но разве должное внимание уделяется уничтожению миллиона людей каждый год у нас под носом? Находится время и на глупейшие ток-шоу, а на передачи по животрепещущей для страны теме времени нет. Какой еще вопрос может быть важнее для страны? Отлично, что ВКС России могут уничтожать боевиков ИГИЛ, не покидая Каспия. Прекрасно, что мы снова начинаем гордиться славным прошлым наших предков и повышаем свою обороноспособность. Но достаточно ли этого для возрождения России, если ее народ отравлен как никогда еще в своей истории? Сейчас часто говорят о том, что человечество входит в полосу жестоких кризисов. Кризис на планете во всех сферах. От политической и экономической до экологической. Россия вступила в эту эпоху в статусе самой отравленной на Земле страны. Что происходит с домом, хозяин которого одурманен? В безопасности ли такой дом? Нет задачи важнее для коренных народов России, чем утверждение и сохранение трезвости. Это сейчас главный вопрос нашего выживания. И для начала всем нам нужно понять, что корень проблемы информационный.
Есть мысль, которая глубоко укоренилась в общественном сознании. Деньги от продажи алкоголя необходимы бюджету нашей страны. Многие люди верят, без этих денег государство вообще не сможет существовать. Бывший министр финансов Кудрин даже заявил однажды: «Кто пьет водку, тот больше внесет помощь государству на решение социальных задач, поддержку демографии, развитие других социальных услуг, поддержку рождаемости». Поступления в российскую казну от производства и продажи спиртных изделий достигают 300 миллиардов рублей в год. Только за первое полугодие 2015 года государство получило почти 133 миллиарда рублей. К тому же в этой сфере деятельности заняты тысячи людей. Они получают зарплату, платят налоги и обеспечивают свои семьи. На первый взгляд все здорово. Бюджет пополняется, индустрия работает. Однако кажущаяся выгода оборачивается для нас гигантскими потерями. Еще в советское время доктор экономических наук профессор Искаков подсчитал: 1 рубль, вырученный от продажи алкоголя, несет обществу убытков на сумму до 6 рублей. Откуда берутся эти убытки? Давайте смотреть. Прежде всего, снижается производительность труда. Люди допускают больше ошибок и брака в работе, особенно после праздников и выходных. Иногда человек вовсе не может выполнять свои служебные обязанности. Это означает прогул или больничный. И то, и другое – ущерб для экономики. Нетрезвые сотрудники часто становятся причиной аварий и несчастных случаев на производстве. В состоянии алкогольной интоксикации граждане портят частную и общественную собственность. Разрушенные остановки, разбитые окна, сломанные памятники, уничтоженное пожарами имущество – все это влетает нам в копеечку. Не забудем о дорожно-транспортных происшествиях по вине нетрезвых водителей. Люди теряют в таких ДТП не только технику, но и здоровье, а порой саму жизнь. Никаким другим ядом человек не убивает себя так же часто, как этиловым спиртом. От отравления этанолом гибнут десятки тысяч наших сограждан ежегодно. Совокупные людские потери от алкоголя в России достигают 700 тысяч человек в год. По данным Роспотребнадзора, в 2015 году алкоголь унес 500 000 жизней. Это не только люди, которые умерли от болезней, спровоцированных алкоголем. Тысячи наших нетрезвых соотечественников каждый год замерзают, тонут, погибают в огне пожаров и кончают жизнь самоубийством. Миллионы лишаются здоровья. Кстати, их лечение и пенсии по инвалидности обеспечиваются за счет налогоплательщиков. То есть за наш с вами счет. Этиловый спирт – настоящий детонатор преступности. 2/3 убийств, 1/2 изнасилований, значительная доля разбойных нападений и хулиганских действий совершаются в состоянии алкогольного отравления. Содержание осужденных в тюрьмах тоже оплачиваем все мы. Вспомним о сиротах, родители которых живы, но не способны заботиться о своих детях. Детские дома – дополнительная нагрузка на бюджет. Еще в 50-х годах прошлого века СССР был одной из самых трезвых стран Европы. Но алкогольная промышленность в нашей стране активно наращивала мощности. И уже в 80-е Советский Союз вышел в лидеры по уровню самоотравления. До 1/3 всех поступлений в бюджет составляли алкогольные деньги. Миллионы людей деградировали, теряли здоровье и жизнь, разрушали семьи. Десятки тысяч советских ребятишек попали в детдома, лишившись родителей. Огромный ущерб был нанесен народному хозяйству страны. Вспоминайте профессора Искакова. До 6 рублей убытков на каждый рубль от продажи яда. Получается, что в те годы страна ежегодно теряла 2 своих бюджета из-за алкоголя. Наше государство по экономическим показателям опустилось со 2-го на 4-е место в мире. В итоге СССР и вовсе был разрушен предателями во власти. Одурманивание народа этанолом сыграло здесь решающую роль. В своей работе «Алкоголь и жизнь» доктор физико-математических наук Леонид Попов делает важный вывод. Если в каком-то обществе на душу населения приходится более 1 литра алкоголя в год, то таким обществом легко можно манипулировать. Население перестает понимать, что происходит в экономике, политике и социальной сфере, не видит, куда его ведут. «Пьяным народом легче управлять». Эти слова приписывают Екатерине II, и они прекрасно выражают формулу власти бессовестных политиков.
У отравленных советских людей просто-напросто увели из-под носа страну, поделили ее на части, а затем разграбили, назвав это красивым словом «приватизация». Хорошо известно, какой ущерб может нанести государству правление нетрезвого руководителя. Один лишь пример. В 90-е годы весь оружейный уран России был продан Соединенным Штатам Америки менее чем за 12 миллиардов долларов. Его рыночная цена – 8 триллионов в американской валюте. Ценнейшее сырье было продано всего за 0,15% реальной стоимости. Вспомним и о нашем потомстве. Чем больше алкоголя, тем больше рождается дефективных детей. Связь эта прямая и прослеживается давно. С ростом производства и продажи спиртных изделий всегда увеличивается число школ для неполноценных детей. Наша Родина переживает небывалый демографический кризис. В конце 2006 года президент Путин так оценил людские потери страны. Вы знаете, за последние 13 лет тенденция сокращения населения приобрела в России, к сожалению, устойчивый характер. За эти годы число людей, которые ушли из жизни, превысило родившихся на 11,2 миллиона человек. А Геннадий Онищенко на страницах российской газеты сообщил: «Алкоголь, табак – главные составляющие той катастрофической демографической ситуации, которая сложилась в стране». По обеспеченности природными ресурсами Россия – самое богатое государство мира. При этом народ Российской Федерации составляет лишь около 2% от населения планеты. Наше богатство – лакомый кусочек для многих в этом мире. Сможет ли вымирающий и ослабленный народ удержать свои земли? Мы видим, как растет в последнее время политическое и экономическое давление на Россию. Чтобы ответить на все вызовы, брошенные нашей стране, нужен трезвый, здоровый народ. Ведь в конечном итоге процветание и успех обеспечивают не деньги и технологии, а граждане, их способности, воля и труд. Для решения сложнейших задач, стоящих сейчас перед Россией, требуется население высокого качества. А когда правительство планирует доходы в бюджет получать от продажи алкоголя, то на самом деле оно планирует деградацию, вымирание и ухудшение экономической ситуации в стране. Сейчас так много говорят о нехватке денег в экономике и необходимости инвестиций. При этом огромные живые деньги населения тратятся на саморазрушение. А ведь эти средства могли быть направлены на созидательные цели и сделать нашу жизнь лучше. Да и можно ли все мерить деньгами? В какую сумму оценить страдания ребенка, которого бросили родители? Сколько стоит потеря близкого человека, погибшего от алкоголя? Почем нынче утрата здоровья? Какова цена свободы и достоинства? Продажа алкоголя населению – это ограбление народа с причинением ему тяжких телесных, генетических, экономических и духовных повреждений. Это система угнетения и паразитизма, в которой обогащается тот, кто яд производит и продает, а отравленное общество вынуждено тянуть на себе груз последствий ядоторговли. Давно доказано, материальные и моральные потери от алкогольного самоотравления всегда многократно превосходят любые возможные выгоды. Но ложь, которая оправдывает смертоносный бизнес, льется из средств массовой информации постоянно. Заводу не хватает оборотных средств. А ведь там трудится 300 человек, рабочие места которых нужно сохранить. Этот завод еще и один из крупных налогоплательщиков в областной бюджет. 360 миллионов рублей в год. Аграрный комитет предложил предоставить областные инвестиции заводу. Оказав помощь предприятию, регион приобретет надежный источник дополнительных доходов.